Привет, привет! Привет, привет! Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. Мы сегодня будем делать цветок. Маргаритку. Маргаритку из серии «Умная мозаика», да? Я сама. Алиса сама будет открывать, да? Да. Ну давай Егор откроет, Егор быстрее откроет. А ты уже сама там будешь разбирать, да? А я буду сама высыпать. А ты будешь сама, да. Все, высыпай. Ой, не получается почему-то у Алисы высыпать. Я сама. Вот так, что там? Вот. Все, пустая? Да. Что там получилось? Ну-ка, покажите. Цветок. Цветок. Ну-ка. Так, это цветок там. Что там? Циферки, да? И туда нужно будет что наклеивать? Вот эти вот наклейки. А где наклейки? Вот. Вот. А, ну все, давайте разбирайте. Нечка. Алиса будет тоже наклеивать, да? Да. Аня будет наклеивать их. Егор будет наклеивать. Ну, Егор, может, и тебе даст, и ты будешь наклеивать. На, Егор, ножницы не рви, чтобы тебе удобнее было. Может, да. Сделали бабочку вот из картинок, из пайеток. Да, бабочку вы делали из пайеток, да. Так, вот. Это вот что? А! Ну-ка, а что это такое? Так, а как тут их по номерам? А где их номера? Ну, вот на картинке номера. Наверное, по цветам, где какой цвет, туда... Туда и нужно прикрепляете. Сначала нужно сделать красный. Ну вот сколько их там. Ну, а там дальше вот и получается и сердечки, и цветочки. Вот туда будете клеить. Я так думаю. Ну-ка сейчас. Да, да. Выбери элементы мозаики по номеру и цвету. Отдели элементы от общего цветного блока. Приклей элементы на рисунок по номеру и цвету. Это ты сейчас какой клеишь? Золотой, вот видишь? А, цифры, где цифры 2, да? Да, так? Алиса, не надо это отклеивать. А то потеряется и не хватит. Давай. Давай, Егор приклеит уже там на красное место. Ой. Так. Это, нет, подожди. Это сердечко? Это, там 1, 4, подожди, 1 это что? Один это сердечко. Один это сердечко, вон они. А это 4 красный цвет. Это 2 горшочка. Вот так. Это 2 горшочка. Горшочек большой, горшочек маленький. Где 4? Да, 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 да. Теперь какой? А Алисе дай тоже, пускай она маленько, ну, куда-нибудь приклеит. Ну вот дай ей красные, а они там легко клеятся. Пускай она на циферки наклеит. Да, Алиса, будешь красный клеить? Да, склеиваю чуть-чуть вот. О, как хорошо. Получается? Да. Ну, молодец. Давай тогда ты будешь горшочек клеить, а Егор будет солнышко клеить. Да. Ну, не солнышко, а серединку цветочка. А Алиса будет красненький клеить, да? Горшочек будет делать Алиса. Ой, да. 2. Так. Да. Вот молодец. Здорово у Алисы получается, да? Ну, слушай, это у Алисы тоже хорошо получается, да, Егор? Угу. Вот сейчас красивый будет горшочек у Алисы. Ой, неправильно. Ой, маленько криво. Палочка ей... Алиса, старайся ровненько клеить. Хорошо? Аккуратненько. Видишь, как Егор делает аккуратно, так и ты. Так. Получается? Да. О, получилось. Молодец. Еще один квадратик. Еще один квадратик. Они липучки. Ну правильно, они липучки, потому что ты эти квадратики прикрепляешь. Ой. Оп.
Молодец. Ну ладно, пускай горшочки будут Алисины. Как сделает, так сделает. Они все равно будут в ряд идти. Да? Ты только вот по порядку, да. Не, Алиса, ты ровненько делай, а тут ты что-то неровно поставила. Вот как вот, делать. Вот, молодец. Ой. Вот, как квадратик нарисован, точно так же старайся и туда вот приклеить. Да? Да. Маленькие. Какие-то малюсенькие. Малюсенькие? Да. Ну, понятно, картинка такая малюсенькая. Нет, квадратики малюсенькие. Квадратики малюсенькие? Да. Ну и рисуночек-то небольшой. Картинка сама небольшая, поэтому и квадратики маленькие. Получается, Алиса? Ой, что-то. Пойдет, пойдет, пускай так будет. Алиса, пойдет. Так, вот так. Вот, молодец. А Егор уже заканчиваешь? А я нет. Так, а это цифра 2? А они что, получается, останутся еще? Да. Ну, наверное, еще останутся там для каких-нибудь украшений, для других папа поделает. Угу. Или мне в школу. Или тебе в школу? Алиса, лезь. Алиса, видишь, ты неровненько делаешь. У тебя будет пьяный горшок. Ну ладно, пускай снаружи главное ровненько, а внутри. Вот все. Личка готова. Так, ну делай теперь. Так, что там? Розовые. Ну, зеленые. Давай делай зеленые. А, я. Нет, ну ты же, Алиса, красные делаешь. И вот смотри, о, у него упало. Или ты зеленый уже хочешь делать? Зеленый. Зеленый? Нет, ну да, снять, уже начал делать. Ну давайте, Алиса, это горшочек закончите. Или Егор уже тоже зеленый начал? Я уже зеленый начал. Ну давай, Алисе, пускай она с одной стороны тоже зеленый лепит. Или ты красная, Алиса, будешь все-таки? Зеленый. Зеленый? Да. Красный надоело, да? Быстро тебе надоело красный. А там еще какие-то под цифрой 8, это какие будут? Под цифрой 8? Я хочу синий. Да. Под цифрой 8 это вот. А, это такие, это как они называются? Это обычные щемля. Светло-розового цвета такие. Бежевые? Да. Оп. О, молодец, Алиса. А вот смотри, Егор делает розовенькие. Хочешь розовенькие клеить? Ну, сейчас я зелененькими закончу, а потом и розовенькими. Ну, давай, заканчивай зелененькие, а потом розовенькие. Вот этими. А потом вот этими. Ну, все будешь. Каждую попробуешь. Нравится Алисе делать такую, да, картинку, да? По номерам. Да. А потом мы сделаем сюрприз, будем открывать. Да, да. Ну, надо сначала картинку сделать, а потом сюрприз будете открывать. Да. Алиса, что сейчас делает? Цветок. Цветок? А что ты у цветочка делаешь? Листочки. Листочки, правильно. Стебелек сделали, теперь листочки делаете, да? Да, Алиса? Да. Молодцы. Ой, что это такое? Ой. Ровненько ты на каждую цифру. Нет, сними ее и приклей поближе, а то у тебя другая не влезет. А я еще одну. Вот, видишь, Егор, как тебе сделал? Теперь рядом клей. Вот ровненько именно на эту циферку. Оп. Да, молодец. А потом можно и фиолетовый. Фиолетовый потом, сначала зеленый закончите. Вот мы клеили у нас сюрпризики, посмотри. Да. Да. Много-много сюрпризиков там у вас.
Так, Алиса заканчивает один листочек, да? Давай, аккуратненько на циферку сеем клей. Так. Оп, попала? Ой, вот это не попало. Кажется. Не попало, Егор, помоги ей. Что-то не могу. А то она, у нее там какая-то, да, авария. Небось, все нравится фиолетовый и розовый. Фиолетовый и розовый? Да. Ну, сейчас надо сначала одно сделать, а потом будете и фиолетовый, и розовый делать, да? Я скоро уже закончу эту бежу делать, так что, Лиз, все. Ну, потом горшочек нужно будет красненький доделать, и потом вверх пойдете. Ой, да, у меня получилось хорошо. Ой, что это такое? Прилип к пальчику? Да. Ой, что это такое? Ты две сразу не бери, а бери двумя ручками, двумя пальчиками одну штучку. А то у тебя вот так ровно и не получается клеить. Как у Яни. Вот. Молодец. Все, еще одну штучку и один листик у Алисы готов, да? Да, с ней я нужно откус сделать. Так, вот еще у Алисы один квадратик остался, да? Да. Так. Молодец. Оп. И теперь с другой стороны листик доделывай, да? Ой, два получилось. Два, ну бери по одному. Ой. А как этот цветочек называется? Не маргаритка. Знаешь? Маргаритка. А, маргаритка, точно, здесь же написано. Маргаритка. А кто знает эту скороговорку про маргаритку? Я. Ну-ка скажи. Маргаритка мушаки. Что? Мушаки. Что-то ты придумала. Цветочки был глаз маргаритки мушаки. Маргаритки? Да, мушаки. Ну давай, делай. А я не закончила поселенка. Так, у меня тут уже закончен пол. Так. Ну, никто не вспомнил про маргаритку, скороговорку, да? Ну, еще кто-нибудь знает какие-нибудь скороговорки? Так, не помню. Я тоже не помню. У пенька опять пять опять. Помните такое? Да, у пенька опять пять опять. Пошла поле, получь поле. Помните такое? Да. У Аграфена и Арины растут георгины. Нет, не помню. Не помните? Я тоже не помню. Жужжит на джималостью жук, зеленый на жуке кожух. Такой помните? Нет. Колпак на колпаке, под колпаком колпак. Да. Да. А про попугая помните? Да. Ну-ка, расскажи, Игорь, говорит попугай. Говорит попугай попугаю. Я тебя попугай попугаю. Попугай в ответ попугаю, я тебя попугай попугаю. Нет, попугай в ответ попугай, попугай попугай попугай. Да? А еще? Сколько сорока, слепосока, кривосбока. А еще про сороку. 7 суток сорока старалась, пешила себе сапоги, сыромятные шила. Да? Да. Уезжай, елки, иголки, колки. Уезжай, ежата, у ужа, ужата. Уж и ужи уже в луже. Ну вот видите, мы про маргаритку вспомнили. И сколько скороговорок еще. Все, я уже закончила свои листочки. О, молодец. Алиса закончила наконец листочек. Листочки. Алиса закончила наконец листочки. Да? Да. И что теперь дальше будем делать? Дальше мы будем делать, не знаю. Ну давайте уже тогда лепестки делайте, давайте голубые или розовые. А, нет, фиолетовый кругляшок вокруг. Смотри, вокруг золотистого. Вот. Нет, фиолетовый. Вот. Где фиолетовый? Вот. Да, как по-английски фиолетовый? Purple. Purple, да, молодец. Так вот. Вот, делайте теперь кружок вокруг. Ну-ка, Егор, покажи, что там получается у вас. Картинка какая. Вот какая картинка получается. Здорово. Ну, давайте теперь кружок фиолетовый делайте. А мама, можешь все вот эти вот цветочки? Ну, цветочки вы в конце прилепите, чтобы они вам не мешали.
Кубики. Вот, берите фиолетовые кубики и делайте вокруг. Кубички вокруг, вот эти? Да, вокруг золотистого. Не-не-не-не-не, Алиса, где фиолетовый цвет-то? Где пятерочки нарисованы? Где цифра 5 нарисована? Ты не туда клеишь. А где... Егор, покажи. А, вот, видишь? Вот, по кругу надо клеить, а ты уже начала другое место. По кругу, не-не-не. Алиса. Егор, покажи и начни, чтобы она это поняла. Аспса мне учит, да, вот. Все понял. Оп. Получается? Да. Ну, молодец. Мальчика. Умничка. Мальчика, а потом мы сделаем розовый цвет. А потом розовый, да. Сейчас фиолетовый закончится, потом будете делать розовый. Ой, да что такое? Не туда приклеила? Нет. Ну давай туда приклеим. А что тут за девяточка? Девяточка? Вот это? Не знаю, что это за девяточка. Видите, вот. А, вот они, кругляшочки, вот эти, наверное. А, это. Розовенькие. Это девяточка. Ну, я так думаю. Куда они еще должны идти? Да? Да. У нас еще дело продвигается. Да. Молодцы. Уже земля готова. Ну, земля, горшочек уже, и стебельки, и листики у цветочка готовы осталось. Получается, осталось только... Одна маргаритка. Да, лепестки сделать у цветочка. Стебелек уже вырос, нужно, чтобы уже выросли лепестки у цветочка. Да. Алисе нравится собирать маргариту? Да. Маргариту? Маргаритку. Цветочек, маргаритка. Да. Мне тоже. Пашка, я быстро делаю. Ты быстро делаешь? Да. Ну, ты уже научилась. Видишь, ты с Егором быстро. Егор с одной стороны делает, ты с другой стороны делаешь. И у вас быстро все получается. Да? Ну, Алиса уже полкружочка сделала. Да? И второй. Ну, вторую половину делает Алиса сейчас. А я уже полчасти лепестков. Молодец. Ну, что прикрывалось? Ой, Алиса, ты что-то кривовато сделала. Егор, перекрепи ей там. Ой, нифига. Посередине сделала. Алиса, куда эту картинку? Куда эту картинку денете? Поставим куда-нибудь. В комнату. В комнату? Да. А там... может, маме цветочек подарите? Нет. Нет? Только вам. Только вам? Тебе самой цветочек понравился? Да. Ой, еще один. Еще один? Надо. Ну давай, приклеивай. Нечка, помоги мне вот этот еще один попробовать. Так. Здорово получается. Оп. Приклеила. Приклеила? Да. Молодец, Алиса. Ну ты бери, Алиса, двумя пальчиками, а то у тебя он выпадывает, видишь? Получается, Егор двойную работу делает. За тебя сначала снимает, а потом обратно приклеивает. Оп. Во, вот так вот, молодчина. Сейчас у тебя ровненько получилось, да? Да. Оп. Молодец. Сколько у Алисы осталось еще? 5 штучек наклеить? Да. Давай. И кто же быстрее сделает лепестки, я или Алиса? Ну, Алиса же делает ободок, а ты делаешь лепесточки. Ну, кто быстрее сделает вот эту свою работу? Ну, вы вместе делаете. Поэтому вместе и должно получиться. Что же быстрее? Так, сколько у Алисы осталось? 4 осталось, да, циферки незакрытые. Так, аккуратненько, не торопись, Алиса. Ой, еще один не попал. Егор, поправь ее, у нее не попал. Я тоже буду быстрее. Так.
Две штучки у Алисы осталось, да? У меня тоже. И у Егора две, то есть одновременно. Кто быстрее, кто быстрее? Все, Алиса. Я быстрее, я выиграл. Ну так дальше давайте делайте. Помоги Алисе последнюю. Все, я выиграл. Все, фиолетовую теперь отодвигайте. И что там вам надо теперь? Розовую, да? Да. Розовую. Так, а вот это вот тогда что, лишнее получается? Вот это? Не надо. Вот это серебристое. Серебристое? Вот это? А куда его, может быть, что-то сопоставили? Серебристое. На лишнее. Ну, давайте розовую делаете. Розовую же, да, там? Да. А правда, а где должно быть серебристо? Может быть, по цифре 9 или... Нет, цифра 9 это вот эти кругляшочки блестящие. Давай розовый, Егор, наклеивайте, а то потом, это в конце. Так, розовый, розовый. Эти лишние. Ну. Так, эти уже тоже, эти тоже. Все, розовенькое вам осталось и цветочки наклеить. А что? Да? Так, что? А ты какую взяла, Алиса? Вот, розовую. Розовую? Ну все, вот клей, как Егор клеит, вот на циферки. На циферку 3 клей. Я сейчас... Леп. Вон, Егор, смотри, как быстро. Он на каждый палец себе наклеивает, чтобы быстрее потом отклеивать и наклеивать. Алиса, ты клей, который поближе к тебе, на те лепесточки, который к тебе поближе. Ну, молодец. Я отклеиваю один. Вот это интересная, да, это мозаика у вас получилась. Розовая наклеила? Да. Вот. Так, ты подожди, там это. Ты посередине наклеила. Туда еще один не влезет квадратик. Егор, сдвинь ее там. Вот то, что она приклеила. А вон, видишь? Потому что она на два квадратика один наклеила. Еще один не влезет. На клесочек своих пальцев. А вот это мы потом делаем. А вот это вы потом, да, будете делать. Когда мы доделаем цветочек, а потом мы вот это наклеим. Да. Да, когда мы наделаем... Этот цветочек, там вот эти штучки. Давай я вам пока отрежу. Давай. Да, тут я обязательно надо тут распечатать. Да. Алиса, Егор, давай он тоже пускай клеит. Я тоже. Оп. Ну клей сначала, Егор, лепесточки, чтобы подождать. Ну сейчас уже есть, так тоже приклею. Я тоже хочу. Нет, все. Тоже. Давай дальше. Так, сколько там? Чуть-чуть еще осталось, да? Да. А Алиса потом сердечки будет клеить, да? Здорово. Сколько там сердечек? Четыре. Раз, два, три, четыре. Что, не получается? Раз сердечко. Два сердечко. Я хочу тоже сердечко. Егор, ну дай, пускай она последнее сердечко приклеит. Вот где сердечко нарисовано, туда его приклеивай. Ты вверх ногами его приклеила. Все, Алиса, давай лепесточки доделывайте. А потом вот останется вот эти вот розовенькие кругляшочки наклеить по кончикам. И все. И цветочек у вас будет готов, да? А сюда цифра 1, это красный, вот как горшочек. Ну, то, квадратики было, красные. Ну, то, что была цифра 4. Да? Может быть, это вот эти? Я не знаю. Ну, сердечко как вот. Ну, сделайте. Ну, я не знаю, сделайте вот эти. Просто там непонятно, каким цветом делать. Алекс.
Так, Алиса, куда клеит? Вот сюда. Ну, давай. Сюда. Получается? Да. Молодец. Я хочу тоже. Я клею шелепестки. Я кружочек. Кружочек, вот, да, на цифру 9, Алиса, клей. Ты двумя пальчиками бери, а то они у тебя прилипают к, это, к одной руке. Получается, Алиса? Оп, получилось. О, молодец. И еще раз. Оп. Ой. Так. Еще один кругляшочек Алиса сделала. Вы лепестки еще не доделали. Так. Ну, Алиса, как получается. Алиса, ой, Егор, Алиса туда хотела. Давай, Алиса, цвета по-английски повторим. Pink. Pink, розовый. А синий как? Ой. Синий как по-английски? Blue. Blue, молодец. Красный как? Red. Red, молодец. Фиолетовый как? Пепл, молодец. Желтый как? Yellow. Yellow. Мне кажется, это gold. Ну, ладно, пускай. Green. Green, зеленый, да? А это какой? Pink. Ну, это не совсем... Ну, да. Это... Прозрачный. Прозрачный. Ну, и pink. И pink, да. Там прозрачный, это как будто серебристый, silver. Ну что, все? Доделали? Да? А я куда внутри? Что вы доделали? Дай Алисе последнюю, она пускай это сделает. Что уже? Ну нет, там еще одна штучка есть. Алиса, вот последнюю вставляй. И как раз у вас картина будет готова. Да. Алиса, все, последний штрих. Вставляй. Вот, вот, куда его... Вот, вот, вот. Молодцы. Все. Ну давайте, показывайте картину. Молодцы, хорошо вы. Ой, какая красивая картинка. Как картинка, как цветочек называется? Маргаритка. Маргаритка. Алиса, присядь, присядь. Маргаритка называется. Молодцы, сделали какую мозаику, да? Ну что ж, сегодня хорошо вы поработали, да? Да. Будем всем говорить пока-пока. Канал в гостях у Алисы и Егора. Всем пока-пока! Пока-пока!